магазине Smart Home море низких цен. Высокотехнологичная стиральная машина Invisit на 5 килограммов и отжимом 1000 оборотов в минуту по суперцене 449 рублей. Можно в рассрочку всего за 40 рублей в месяц. А что, так можно было, что ли? Smart Home. Лови волну выгоды. В деревне Чемиры живет семья Ольги Перехвал. Многие годы женщина работала в медицине, в том числе в соседнем со своим домом здании, фельдшерско-акушерском пункте. Однако так сложились обстоятельства, что Ольга решила заняться личным подсобным хозяйством. Немного удивительно, ведь она в деревне никогда не жила и крестьянских корней для подпитки нового занятия не имела. Но, как люди говорят, многое человеку по плечу, если есть большое желание, а труд не в тягости, даже если он нелегок. Некоторые нас упрекают очень много, что вот вы деревня, даже сыну младшему в школе иногда ученики говорят: ой, ты из деревни. А я, например, своему сыну все время говорю: а я горжусь, что я живу в деревне. Мне очень нравится все это. Я родом из города ГП Ивья. Ну, сейчас уже в настоящее время город Ивья. Выросла я... Нет, я выросла, как говорится, на балконе. У нас пятиэтажный дом, 40-квартирный был. Жили мы на втором этаже, животных я вообще не видела. Ну, иногда, когда в детстве к бабушке только ездила на каникулы. С чего начиналось? Наверное, жизнь так повернула. Пришлось снять белый халат. И вот перейти на сельское хозяйство. Работала последнее время на ФАПе в Чемирах. Вот. Ну, откуда пошло? Потихоньку начали сразу держать свиней. Держали 90 голов свиней. Выращивали, сдавали на мясо. Потом как-то вот в один прекрасный год надо было запретили нам в связи с этой свиной чумой, этим вот эпидемией. Да. И сидели дома, решали, чем заниматься, возвращаться опять в медицину, водителям, мужу, или все-таки продолжать сельское хозяйство. Ну вот в один прекрасный год, 5 лет назад, решили купить одну корову. Взяли, ну по молодости я держала 2 коровы раньше, но в таком количестве, конечно, не было у нас еще. Решили, в ноябре купили одну корову, ну и вот так вот за зиму купили до 15 коров. Люди, конечно... Покупают машины в кредиты, а мы в кредиты взяли коров. Вот и решили заниматься своим семейным подрядом. Дочка у меня с 2 высшими образованиями помогает мне тоже. Так она работает где-то? Она работает со мной вместе. Тут? Здесь у меня в Чемирах, да. То есть она уже тут на хозяйстве? Тут на хозяйстве, да. И внучка, и сынок у нас еще тоже ровесник с внучкой, 11 лет сыну, 8 лет внучке. Все дети очень работают. Я очень довольна, что они такие трудяги, с удовольствием поят телят, раздают корма. Я все-таки считаю, что надо детей наших приучать к такому труду. Вообще первый год у меня даже не было аппарата. Всех 15 коров я доила вручную. Руки, конечно, у меня сейчас все это сказывается на моих руках. Медики сразу, конечно, поставят диагноз. Ну, потом купили 2 доильных аппарата. Ну, вот и справляемся семейным подрядом. Муж, я, дочка, сын с невесткой, все помогают. В летний период нанимаем наемного работника, пастуха, потому что это нереально. Я больше, конечно, я антикризисный у нас. Занимаюсь сырами, сыроделием, дойкой. Вот это все на мне основная вся это. А уже раздача кормов и остальное, подвести корма, это, конечно, организовывает муж все. А корма заготавливаете? Корма заготавливаем. Вот выручку с рынка привозим и начинаем перечислять. То на колхоз за сено, то на комбикормовый. Все мы покупаем. Корма заготавливать мы не можем, так как у нас не хватает средств, чтобы купить свою технику. Поэтому у нас все корма купленные. Сельское хозяйство довольно затратное и большой прибыли не приносит. Впрочем, у Ольги Антоновны есть особый стимул. Люди берут с большим удовольствием. Очень с большим. Я в восторге. Берут не только слонимчане. Сыры мои и летают и за границу. Летний период очень много. И россиян приезжает слонимских, которые родом отсюда отдыхать. Отзывов очень. Наверное, вот только за счет их отзывов я держусь. Мне очень приятно, когда люди восхваляют мою продукцию, желают мне здоровья и все. Дай Бог вам здоровья, дай Бог здоровья. А я им говорю, больше мне от этого ничего не надо, никаких слов благодарности. Слоним город небольшой, поэтому один одному все быстренько разошлось. И вы знаете, что насчет, вот за 6 лет я наработала очень много клиентов. Звонят, где не иду, дети мои, внучка и сын идет иногда по городу со мной, говорит: бабушка, мама, ты такая у нас популярная, с тобой все идут и здороваются, поэтому...
Ну, так. А вот во дворе все эти малые архитектурные формы, это чьих рук дело? Ой, архитектурные, это все моих. Все моих рук. Ну, конечно, помощь уже. Вот дочка помогает полоть, поливать. Сейчас, конечно, весна еще не расцвело все, но летом у нас очень красиво.